Всем постам! Полная мобилизация! Направляйтесь к башне Фиска! Фиска? Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал! Правда хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да. Простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Похоже, Юрий вызвала кавалерию. Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать! Назад! Заказывал двойную порцию тяжких телесных. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Мне это не нравится. Фиск-то нанял немало ребят. Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Привет.
Пришлите еще людей и закройте небо! Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Вилли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь! За мной! Уходи, паук! Мы сами справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! Что здесь делает человек, паук? Он же все испортил! А, спасибо за поддержку, ребята! Не дайте ему победить! Ну что, я молодец? Вот она, некомфортная рабочая среда. Ты мой! Надо убрать стрелков. Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Противник, люблю тебя. Я тебя тоже. Человек-паук! Убить! Со мной не выйдет! Держите его, не давайте ему прыгать! И как это может хорошо закончиться? Теперь следующий. Жалеете, что занялись этим? Пожалеешь! Самое время надрать его за... Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Они такие милые, когда беспечные. Запусти. Половина готова. Еще минута, две и все. Как думаешь, копы знают, где вы? Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к терминалу! Задайте ему! Задержите его! Внимание! Полное форматирование. Вы даже для сисадминов слишком грубые.
Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятье. Выломайте дверь, живо! Прикончить его! Уничтожить, да! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы, и виноват будешь ты! Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, пере... Идем к основному действу. Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет нас! Ты знаешь, что так любишь фейерверки? Их у нас больше, чем ты думаешь. Ты уже понял, что это не игрушка? Кажется, это все. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. На помощь! Кто-нибудь! Все на выход! Всем покинуть здание! Там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук, не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Юрий, врачей сюда! Срочно! Попытаюсь. Ложись! Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Что? Сегодня что, день ракетчика? Попался! Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? За ним!
Спокойно! У меня на всех хватит! Тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Вы все это время спали с Фиском? У меня слишком богатое воображение. Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордам. Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. Что ты делаешь? Это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Настырный гаденыш! Подожди тут! Скоро все кончится! Вот мой момент! Ты виноват во всех бедах этого города! Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Все в атаку! Идиоты! Слишком быстрый! Оправдания мне не нужны! За что я вам плачу? Защищайте босса! Нет! Я сам справлюсь! Привет от босса! Кретины! Ну и где же подкрепление? Не знаю, босс! Yeah!
Так, что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Паркер, ты где? Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Не надо! Это опасно! Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Простите, опоздал. Я... Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! Черт! А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так.
плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышла. Ага, перенаправим сервопривод. Отлично. Ладно, что дальше? Сбалансируем напряжение. Закончим. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Я никогда не думал, что мы доработаем пневмопривод до нужного сопротивления, но Паркер... Ай, в прикладных науках у парня просто феноменальный дар. Когда я уже хотел заказывать очередную деталь на заводе, он принес из хозяйственного магазина растворитель и зубную щетку. И раз, пневмопривод доработан. Ай, этот парень гений. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Человек-паук, это Юри. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юри, что угодно. Уже в пути. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с Джейм Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии... Дважды! С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle... Эй, упомяни книгу! И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с Джейм Джоном Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я?
Нет, водопроводчик. О, брюх. Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что я хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Проверю-ка я эту вышку. Входные частоты смещены. Изящно. Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну, я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Прикрывай. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Что нам с этим делать? Всех. Шевели руками! Все, готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий ты, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, нет, нет. Ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я сказала, отвали! А ну, потише, леди! Не трогайте меня! Отстань от нее! Готовься, хватит помощь! Боюсь, тебе будет больно! Уходи, или она умрет! Отпусти! Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук.
А Человек-паук? Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Шеф никогда не понимала Копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Можно настроить эти вышки не только на преступления. Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Ого! Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Меню с нашего первого свидания с МДжей. Я не смог позволить себе место поприличней. Впрочем, ей понравилось. Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек... И паук, но главное — коп. Открывай сейф! Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Я об этом пожалею, человек-продурок! Так, Юрий. Сейчас починю последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, Коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А Коп-паук – он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня Коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о Копе-пауке безвременно... Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Доктор! Как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил.
Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование дока и перепроверить его работу. Док пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Здорово. Очень плавный отклик. Надо подумать над организацией рабочего пространства. Комиссия по грантам разочарована, да. Но именно такая встряска мне и нужна была. Мы больше не будем выполнять распоряжение комиссии, мы пойдем своим путем. Выпускной. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, да что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой и ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Должно сработать.
Пардон, спешу на работу! Извините! Новый костюм, старый добрый я! Человек-паук. Думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Шикарно! Доку понравится! Не верю, что Человек-паук победил. Ничего еще не закончено. Я знаю, но помню, когда был еще хулиганом, босс регулярно разделывал его под арену. Я думал, босс его тогда и убил. Может, и убил. Лени говорит, что Человеков-пауков много. Прикуси язык. Вот тебе сюрприз! Ты мой! Человек-паук, покажем ему, с кем он связался! Еще парни! Сами напросили! Мы закончили! Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Они позвали друзей. Привет, еще парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Пошла граната! Берегись! Явно не твой день. Тебе кранты! Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то, наконец, сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест.
Пожалуй, я знаю, откуда начать. Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку. Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. О, это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Насчет аренды. Мистер Паркер, это звонок, третье и последнее предупреждение. Процедура выселения. Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я. Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не погасите задолженность. Всего доброго. Ага, и вам. I'm gonna tell everybody you're for real. Мистер Ли? Питер, у нас все готово, ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Всем постам, подозреваемый пытается скрыться. Всем машинам, происшествие на Бауэре. Так, где я бросил сумку?
Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. Привет, Питер. Привет, Питер. Как оно? Да так, зашел. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные детки. Питер, в чем дело? Ну давай, расскажи мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром? О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер и вообще, это правда важно. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Привет, ребята. Как игра? А как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело.